Краткий пересказ серии «Ловушки, ловушки, ловушки и трапы». Всем привет, с вами Блуми, и мы продолжаем играть в третью Камилью. Ну что ж, третий стейдж, мы остановились на нем. Первый экран у нас Айвана, Бидзе, Стартер. Так, ну что ж, я сразу предупреждаю, как всегда, какие-нибудь мини-предупреждения насчет всего, что происходит со мной. У меня, короче, горло заболело, поэтому я буду, возможно, кашляться, петь и так далее. Поэтому очень надеюсь, что такого не будет, но у меня еще, помимо этого, голова чуть-чуть кружится. Самый лучший момент, чтобы поиграть в Камилью. Никакой не другой. Именно сейчас, именно вот этот прыжок, который я думал, что сейчас приду, но не прошел. Кстати, пока не забыл, у нас есть автоган F8. Я его забыл использовать в прошлой серии. Ура? Или не ура? Не ура, видимо. Черт, С2. О, нет. Еще одна диагональка. Ха-ха-ха. Обожаю такие диагонали. Там били нет. Фух, слава богу, я прошел. Я на этот сейв потратил минут 7. На этом экране, кстати, есть кристалл. Я сейчас даже посмотрю. Так, стартер B down word plane. В общем, нужно сделать plane. Это такой сложненький прыжочек. Он находится вот в конце самого этого сейва. Блин, думал, сейчас пройду. Фух, прошел. Слушайте, экраны становятся сложнее и сложнее. Уже даже, реально, одни вырезки, наверное, будут. В общем, чтобы собрать этот кристалл, находится он вот там, снизу, где подо мной две диагонали. Ой, одна диагональ. Извините, что заговариваюсь. Нужно сделать вот этот вот плейн-прыжок. Я не собираюсь его делать, сразу говорю. Я не больной. Потом нужно прыгнуть. А все правильно я сказал. Нужно прыгнуть в диагональ и обратно из диагонали. То есть двойная диагональ. И потом еще нужно вверх прыгнуть и пройти уже обычный плейн. Что ж, я не больной, поэтому я не собираюсь этого делать. Нет, конечно, я больной, потому что я сейчас болен, но... Все, мы уже на следующем экране. Я не хочу собирать этот кристалл. Я не знаю, когда я их буду собирать. Экран называется Cute. Cute он называется. И здесь такая вот механика, как ви-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 ви. Не знаю, сколько там ви, но я вроде бы правильно все сказал. Вот, и тут нужно вот так пип-пип понемножку. С моей клавиатурой это чуть-чуть сложно делать, на самом деле, поверьте. И вот этот вот дроп выглядит тоже очень сложно. Ага, я за ферстрайл, окей. Вот это вот уже реально какой-то ад. Да. Я прошел, ура. Слушайте, каждый сейв реально, наверное, был так радоваться уже. Это капец, третий стейдж, это просто уже, вот реально. Он гораздо сложнее, чем второй. И гораздо сложнее, чем первый, это и так понятно. Ну, господи, я не могу, реально, это вот очень сложно уже начинается. Второй экран QT. Тут, смотрите, такой прыжок, как прям, знаете, это напоминает мне четвертый мир в Боши. Правда, третий стейдж. И там тоже был такой прыжок, через который нельзя было перепрыгнуть, и приходилось там лететь вверх, а потом еще вниз. Вот, это примерно так же, только здесь нужно просто лететь вверх, и там сверху сохниться и пройти вокруг этого прыжка. С шипами. Такс, аккуратненько. Хоп, хоп. Угу. Это уже реально, это просто тайминги. Это нужно просто ловить тайминги. Ура! Так, вторая половина. Чувствую, она будет еще сложнее.
Ух ты. Смотрите, как тут надо делать. Да, это реально уже я не могу. Сколько раз я это еще скажу. Ну, вот реально сложно. Я еще, понимаете, у меня вот это сонное какое-то состояние. Я, наверное, сейчас пройду эту часть. Или не пройду. И уже продолжу следующим днем. Потому что я так не могу, если чувствую усталым. Хотя прошло всего... Ну, почти 20 минут прошло уже. Такс. Дроп. Ух ты, с первой попытки, смотрите-ка. Может быть, сейчас пройду, давайте. Хоп. Просто нужно, смотрите. Хоп. Вот так. Shift и сразу хоп. 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 Я сейчас реально орну, если я пойду. Такс. Угу. Я серьезно прошел. Офигеть. Я вот реально я этот цифр практически сверстарая прошел. Блин, как жалко. Ладно. Следующий экран у нас Forehead. И тут, по-моему, есть кристалл, поэтому я пошел снова открывать мой Past Bin листочек. Где он? Найти бы его. Он называется у меня Ас. Такс. Forehead. Первый экран. Fake block and lower right. Фейковый блок справа. Слушайте, я, наверное, сейчас пойду видос смотреть. Ага, это экран с ловушками, класс. Я, наверное, сейчас пойду видос смотреть. Может, тут? Нет. Я пойду видос смотреть, уже третий раз сказал. Потому что я так, по-моему, не разберусь. Поэтому сейчас вернусь. Так, в общем, я посмотрел. Я еще немножко проспойлернул себе трапы. Ловушки? Не трапы. Только не трапы. Трапы не вернутся. У нас это ловушки. Здесь ловушка была, здесь кристалл, нужно его собрать, и сейчас нужно вернуться нам обратно. Вот это типа ловушка, и сейчас я должен вернуться обратно и сохраниться, потому что с этим кристаллом я не пройду этот экран. Нужно возвращаться и сохраняться, но я не смог. Слушайте, а я могу поверху пройти? Интересно. Я понимаю, что я сейчас, скорее всего, ошибку совершаю, но я хочу попробовать. Могу. Блин, неприятный гейт. Так, если я не собираюсь гейт делать, все, я сохранился. У нас теперь 3 кристалла. Ага, а я не знаю, какие тут ловушки. Слушайте, а я могу сразу туда вверх просто прыгнуть и не мучиться? Это вроде выглядит реально. Не, я не буду. Ага. Скример, блин. Такс. Сейчас что будет? А, класс. Я видел, что сквозь пуля... Что пуля сквозь него прошла, но просто... Я что-то это... Ступанул. Ладно, я хотя бы не умер. Все? Нифига не все. Там еще шип вылетает. Обидно немного. Я, кстати, знаю, как я, наверное, буду кристалл потом собирать оставшиеся. Я просто буду использовать тула 3-дайера. Ой, куда это я пошел? По привычке уже. Я буду использовать тула 3-дайера, который, по идее, сделан для практис мода. Вот, но я буду использовать его в целях получить кристалл. То есть я просто буду листать экраны. Там есть такая опция, чтобы можно было пролистывать экраны. И так я и буду собирать оставшиеся кристаллы. Сюда. Так, этот сразу уберу. И как же мне пройти этот момент? Ну, видимо, так. Понял. Хорошо, давайте еще раз. Попрыгали. Прыгать весело.
Окей, я задоджил его. Еще раз, нужно пройти третий раз, погнали. Давайте поаккуратней. Я сказал поаккуратней. Ну что ж такое-то, я сам себя что ли не слушаюсь? Главное не лохнуться, пожалуйста. Я боюсь что-то, у меня это страх. Страх — это плохо. Знаете, когда страх, ты играешь хуже. Так, гейт. Просто гейт. Дыхание С. Погнали. Это все дыхание С, отвечаю. Второй экран Порхед, погнали. И еще больше ловушек, наверное. Так, сразу умер, отлично. Сложненький прыжочек. Ну, видимо, сюда. То, что там шип. Хотя, кто знает, может быть, специально сделали так, чтобы я пошел по низу. Давайте я попробую все же по низу сначала сходить. А потом уже попробую в ту сложную конструкцию. Так, погнали сюда. Там ничего не было, окей. А за что там какой-нибудь невидимый блок? Привет, шип. О! Слушайте! Он сейчас так двинулся, как скример, как будто я словил. Потому что я сейчас реально испугался, я аж вздрогнул. Это страшный шип! Это страшный скримерный шип. Он просто реально, он меня напугал. Я не ожидал, что он поедет прям меня. А как это проходить тогда? Ага. Тап. Я так и знал, что что-то будет. Я так и знал. Я думал, там опять какой-нибудь невидимый блок будет. Но я его не обнаружил. Так, окей. Я не обрезаю ничего. Не обрезаю. Ага, вот и невидимый блок. Я хотел сказать, ничего не буду вырезать. А как я это должен проходить? Угу. Понял. Так, может, хорош уже? Давайте без ловушек. Пожалуйста. Это выглядит сложно. Ну, естественно. Когда что-то выглядит сложно, ты должен подохнуть, чтобы пройти. Хоп. Все, давайте без ловушек, пожалуйста. Я уже устал от ваших ловушек. Ну что это за капец? Посмотрите, там еще кордон в конце. Ё-моё. Чувствую, я сейчас что-то по любасу будет, блин. Так, давайте я лайн почитаем. Вот этот лайн. Я рано нажал вправо, я так и думал. Слушайте, я вот специально себе сказал, типа, в голове, не нажимай рано вправо. Нет, блин, не послушался я самого себя, как всегда. Не хочет меня сегодня мозг просто слушаться. Он сегодня отрублен, голова кружится, а я тут играю в Камилю и пытаюсь его напрячь. Фу, давайте расслабимся, давайте будем тупым. Ой, как весело, шипы, ух, как весело через них прыгать. Сейчас я как прыгну, хопа, это легко. Сейчас вот так, хоп-хоп, и тут вот так сделаю, и тут оп-оп, и пойду. Серьезно, что ли? Да господи, что за бред? I wanna beat the picture, следующий экран. Я провалился с платформы и увидел сразу же ловушку. Одни ловушки. Я, слушайте, а я случаем не говорил... Ой. А я случаем не говорил, что трапы, а не ловушки в прошлый раз, когда... когда предыдущий экран был. Потому что, по-моему, я говорил трапы. Я могу ошибаться. Что ж. Я не знаю, что сказать. Опять ловушечки. Тут, видимо, нужно вот так пробежать, хоп, и умереть об шип очень странным образом.
Так, больше я так умирать не буду. Ага, тут еще и шипы идут, класс. Так, и что я должен сделать? А, ясно. Невидимый блок, видимо, найти. Так, мне это место не нравится. Мне это место вот совершенно сейчас не нравится. И вот эти вот ускоряющиеся блоки. Ага. Ага. Крутой прыжок, понял. Блин, я даже об ловушку не умер. Обидно. Хотя, знаете, обидно, по-моему, умирать и от ловушки тоже. Я что, разучился диагонали прыгать? Ну, знаете, зато скиллуха немножко возвращается, в принципе. Я уже чувствую себя чуть поскилловее, чем тогда, когда я только начинал. Поэтому, может быть, это и хорошо. Я не хочу умирать. Угу. Повезло мне. Ага. Угу. Я боюсь. Surprise, motherfucker. Понимаю. И опять диагональ. Ух, да уж. My reaction to that information. Вот как же... неприятно хотел сказать. Я прошел. Все? Ага, нет, нифига не все, я понял. Ну, вы видели, я нажал Shift, да? И вход в третью секретку. Да, еще раз возвращаться. Да... Ай, шея. Это все Камиля. Она мне шею помассировала, и она теперь болит. Своей болью помассировала. Своим яблочком. Ах, больно как. Зря я у нее яблоко тогда купил. Фрукты. Сочные фрукты Камили. Это яблоко, которое на экране, да? Она меня сейчас убьет? Так, посмей. Нет, не убьет, окей. Не смей даже умирать больше на этом моменте. На этом, да, на этом можно. Быстрей, 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 быстрей. Не хочу. Ну, блин, она уже хотела вернуться. Ну, как так-то? Как я от этого должен уклониться? Вот так, видимо. Класс, еще больше. Еще больше шипов. Почему бы и нет? Почему бы и нет?
Я не знаю уже, какие эмоции испытывать, блин, я реально не могу. Я устал. Я не могу больше, я устал, все. Хватит с меня. Еще 5 минут, если я сейчас не прохожу, я сегодня все. Че попало уже творю? Я уже думал, что я проталактировал. Да! Ой, извините, я не могу. Слушайте, у меня уже все, я не хочу даже ничего говорить. Просто давайте F2. Она не работает даже F2. Это кошмар. Я не знаю. У меня реально, у меня просто слов нет. Я ничего не могу сказать. Я устал морально, физически и даже голосовые связки у меня устали. Страдать они устали. Я прошел. Это кошмар был. Это был реально кошмар. А меня ждет третья секретка. Да. Из игры I want to contrary. Contrary. Не знаю, что это за игра. Все. Я здесь останавливаюсь. Но я продолжаю уже следующим днем, по идее, либо через день. Потому что я хочу, чтобы эта серия была полной. То есть полностью третий стейдж, одна серия. Надеюсь, у меня получится. А теперь краткий пересказ входа в третью секретку. Что ж, мой мозг, который забывал постоянно ловушки, из-за чего я умирал рандомно, когда захотел. Платформа, которая ездила вверх-вниз, и оказывается, нужно подловить тайминг. Ну что ж, там тайминг, в принципе, просто чтобы она бонкнулась и опускалась вниз. Но знаете, это очень надоедливо. Я потратил на этот ход где-то час. Ну что ж, уже следующий день наступил. И я возвращаюсь в третью секретку. Веселье. Погнали. Не знаю, что мне с голосом. Ну чё, бойс, третья секретка. Let's go. Ох, чувствую, это будет долго. Чувствую, это будет долго. И нас встречает здесь сразу Корнер. Такс, подождите. А, сейчас, нужно кое-что сделать. Почему-то у меня что-то с яркостью не то. Ага, это все Камиле. Такс, хоп. Нужно онлайн идти. Онлайн у нас вот здесь. Я, конечно, бы лучше нашел другой онлайн. Сейчас. Слушайте, эта стенка, походу, это онлайн. Он тоже подходит. Так, ладно. Сейчас придем. Сейчас мы все сможем. Не знаю, какое у меня сегодня настроение будет. Но надеюсь, ну, нормальное. Я очень надеюсь, что я сегодня просто пройду третью секретку и больше ничего не буду играть. Ну что ж, ладно.
Такс. Ага, такой прыжочек. Угу. Кстати, там айтем... Ой, я прошел. Там айтем, который показывает, типа... сколько на войде времени осталось до его конца. Как-то так. И тут еще вот такой прыжок. Выглядит он, кстати, сложненько. Я не знаю, как я его буду проходить, но сейчас попробую. Там нужно делать более маленький прыжок. Ну окей. Такс. Еще один неприятный прыжок. Я встал на самый край и... Оп, прошел. Такс, последний прыжок и будет сейф. Я прошел. Слушайте, первый сейв занял где-то, наверное, минуту. Он довольно легкий. А вот этот сейв, чувствую, будет нифига не легким. Так, что насчет лайна на второй корнер? Вот эта вот стенка. Пожалуй, ее и возьму. А я специально хочу на второй корнер взять, потому что первый-то я буду проходить, а второй я хочу, чтобы я вставал прям вот так близко к шипу, и можно просто будет зажать две клавиши, чтобы вот так перепрыгнуть. Это очень удобно. И как оказалось, это сейф, на котором я пропотел целых 30 минут. И виной этому послужил первый корнер и его идеальные инпуты. Тебе нужно зажать вправо абсолютно единственный фрейм. И все это из-за того, что я взял плохой лайн для него. Но зато второй корнер дался мне легко. А дальше меня еще смутил прыжок под названием Plane. Потому что он мне тоже дал о себе знать. И я на нем умер несколько раз. Ну, собственно, секретка-то оказалась легкой, все остальные сейвы заняли по пару минут, но вот этот сейв и последний заняли у меня больше всего времени. Меня бесит эта диагональ. Диагональ тупая. О, дурка. Заберите меня, пожалуйста, отсюда. Неужели я прошел это? Такс, тут нужно сойти. Я, пожалуй, так... Ну, тут лайн просто возьму. Ой. Кошмар. Просто я уже 10 минут просидел на этом. Окей. Я прошел. Я без понятия, какой айлайн на этот джамп. Айлайн. Помогите. Ну, надеюсь, что этот. Я почему-то сильно сомневаюсь. Блин, какая печаль. Слушайте, я сейчас думал, что я реально умру. Я на этом прыжке, который... как он называется? Plane, да. Я на нем умер 3 раза. Вот. Я на этом сейве просидел 25 минут. Я думал, я посижу на этом сейве больше. Я думал, что час просижу. Смотрите на мой фреймкаунт. 2-2-2-2-2. В общем, я реально думал, что я просижу дольше. Меня очень сильно бесил вот этот первый корнер и второй. Первый, потому что нужно было постоянно рестартить. И там... В общем, нужно в гете... Вот прям идеально нажать вправо в один момент. И второй корнер меня бесил, потому что там даймонд и потом падение вниз. Но я все же прошел этот сейф. Я реально уже... Я сейчас хотел чисто идти в какую-нибудь хентай игру. Собственно, чтобы себе угодить... Это... Угодить. Мужская обязанность. Чтобы немножко подуспокоиться, но все же не пришлось, и я прошел этот сейф. Поэтому продолжаем дальше. Третий сейф. Вот такой вот мега-дроп. Я не знаю. Я реально, я уже устал. Я вот уже устал. И я, по-моему, сейчас чуть-чуть сейф не прошел. Ладно. Но он выглядит не так сложно. Но думаю, я здесь тоже посижу. Минут 20. А теперь угадайте, сколько я реально просидел.
Слушайте, это изи. Я где-то через 30 секунд прошел. Второй сейф был самый сложный пока. Так, погнали. Следующий сейф. А, класс, тут нужно вставать на краешек. Я не знаю, какой лайн нужен. И там еще один прыжок. Ну, этот сейф тоже, кстати, выглядит довольно легко. Но я пока не буду спешить с выводами. Этот сейф прошел за минуту, что ли? Да уж. Еще один легкий сейф или опять что-то сложное, как второй сейф, например. Так, подожди, нужен онлайн. А онлайн это вот эта стенка, которая слева. Печаль, если у меня не тот онлайн сейчас. Мне придется проходить совершенно другим, неизвестным даже каким онлайном. Я пойду, возьму, пожалуй, онлайн, я серьезно. Я вернусь в этот сейф и возьму этот онлайн. Ну вот и все. Теперь можно со спокойной душой играть. В этот четвертый уже сейф, по идее. Погнали. Слушайте, этот сейф тоже легкий, но... Он не такой легкий. Кстати, пока вы смотрите это видео, я просто хочу сказать, что я без практики прохожу третью секретку. Вторую секретку я тренировал в Ivan Record My Jams, вроде как, не в G-Tool. Но я думаю, на четвертую секретку мы будем все же использовать G-Tool. У нас вот такой прыжочек. Опять прыжочек. Типа гейта. То есть нужно прыгнуть снизу. Ой, чувствую, я это точно не запрестаю. Да. Я просто прыгнул на платформу и меня всосало в шип. Знаете, это не прыжок, это уже... В смысле, это не прыжочек, это уже реально прыжок. Это прыжок, не прыжочек. Это две разные вещи теперь. Слушайте, что за фигня? Я только что зафристайл. Серьезно? Только сейчас опять пройду. Да блин, меня всасывает эту платформу, я не понимаю, как это нужно проходить. Да заебал мне прыжок. Вот я только что сказал, что он меня задолбал, и я только что его прошел. Все, я больше не могу, я пошел в хин... Не только нам в Камилию проходить, правильно? Нужно ведь что-то другое тоже поиграть, поэтому погнали в ту игру, в которую я поиграл совсем немножко. Так, как бы ее захватить только? Ну, сейчас попробую. О, она громкая. Ну, я думаю, как-то так. Звук. Захват игры. Ага. Ага. Все. Лоуд. Дата 1. Оу, где я? День 1, огонь. Короче, по-моему, ее в тюрьму просто. Она закрыта. О нет, что же делать? Такс. Нанисуно. Это делать, что ли? Не думаю. Так, а что делать-то тогда? А, бэтл? Ага. И кимас? Какой еще кимас? Так, ну давай атака. Сюрприз, Найтхак. Здесь, чтобы помочь тебе. Я буду очень помощницей и расскажу тебе о счет режим. Чё? Так, окей. You can use... Опа! Оу, окей, я молодец. Так, давайте победим этого рыцаря. Ой, надо было нажимать. Хоп! В смысле фейл? Ты луз? Сам ты луз. В смысле...
Когда вас поймали, вам нужно... Вы можете, короче, заплатить за время разными путями. Вы можете либо заплатить файн, либо сервировать сложно лабьюр. Вы потеряете все свои... Пейфайн... Чё? Заплатить телом? Заплатить нормально? Можно заплатить ненормально? Понимаю. Serve sentence. Что это значит? Там 5 дней недель с огня и заканчивается на лорде. Сила врагов меняется в зависимости от дня. Ага. Так, окей. Подожди, что? Я ничего не понял сейчас. Икимас? Так, подождите, какой икимас? Я хочу проиграть. Да, уж проиграть тут, конечно, легко. Извините меня, у меня есть просьба. Вы можете, пожалуйста, отпустить меня? Нет денег, нет свободы. Но если вы хотите показать мне свои такие вот классненькие ножички, тогда вы воле, и это уже другая история. Ну, это тогда помогает. Ой, 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 все, я уже выхожу. Надо лучше в Камелию играть. Погнали обратно в Камелию. А у меня нет алайна на этот корнер. Я его нигде не могу добыть. Это немного печально так-то. Ну и ладно. О, а чувствую, здесь уже реально нужно делать кое-что. О, окей. Я даже нумпад не использовал. Просто у меня получилось как-то. Да уж. Нет, знаете, давайте-ка я это оставлю на завтра. И в этот момент случилась самая неприятная вещь, которая только могла произойти с этим прохождением. У меня не сохранилась запись, и я не оставил на завтра это. Я прошел этим же днем, и сейчас записываю это аудио уже на завтрашний день. Потому что я прошел, но у меня не сохранилась почему-то запись. Я начал заново записывать, и она просто не сохранилась, она просто пропала. Я не знаю, как восстановить и как вам показать. Я вам просто покажу прохождение какого-то другого человека. Я вам серьезно говорю, я прошел довольно быстро. Это заняло где-то минут 10, наверное. Ничего сложного там не было. Ну, это очень обидно, когда вот так запись теряется. Я надеюсь, вы это понимаете. Потому что я не знаю, я не собираюсь перепроходить всю игру, чтобы просто показать вам вот этот момент, поверьте мне. Фу, вот тупой ПС, ненавижу. Правда, я очень надеюсь, что сосед не будет сердить. И у нас, кстати, продолжение экрана пикчера. Надо посмотреть сразу, есть ли здесь кристаллы. А здесь их нет. А следующий кристалл будет на Ухуху Спайк. Окей. Не знаю, буду ли я его собирать. У меня такое чувство, что я все равно все кристаллы не соберу, поэтому... Я думаю, смысла их собирать уже нет. Такс. Ага. Так, и я посмотрел немного. Тут, короче, кристалл есть. Ага, его все же придется так собирать. Ну ладно, ничего страшного, в принципе. Зато у нас теперь есть кристалл. И по идее, ловушек-то и нет. Но я все равно умер. Да, я посмотрел кристаллы немного. Я ошибся, я думал, что на этом экране даже нет кристалла. Ну, в общем, он там был. Не знаю, насколько это сильно нам поможет. У нас теперь 4 кристалла вместо 3. Я думаю, это вообще никак не поможет. Я не знаю, сколько конкретно там нужно для экстра. По-моему, 10 нужно, чтобы поиграть в экстра стейджи. Так, хоп. Так, я думаю, этот блок провалится. Ясно, проваливаются эти блоки. Фух, я сейчас просто... Блин, у меня что-то реально с шифтом, я не понимаю. Он какой-то странный сегодня, он как будто прожимается. Вместо того, чтобы просто нажиматься, как остальные кнопки. Вот я сейчас правый шифт пробую, он гораздо лучше, но я все равно буду на левом играть, это понятно, я думаю. Ага.
Хорошо, что я так сделал. Ой, ё-моё. Я прошел. Да вы издеваетесь. Я умер на последнем гейте, серьезно. Неужели? Ох-ох-ох, Спайк 3. Слушайте, уже реально экраны такие начинаются, где я просто сижу уже по минут 15, 20 и 30 и больше. Я уже устал, я чувствую, это будет еще один экран, на котором я долго просижу, потому что я в нидлах реально не очень. Эх. Я понимаете, я уже реально не знаю, чем комментировать. Это просто... Я устал. Я только начал записывать, но я уже устал, потому что это постоянно гринд. И как это пройти? Капец, вот это классный дроп, конечно. Я плохо играю, посмотрите. Я не могу даже туда допрыгнуть. А что у нас от сейва-то осталось? Такс. От сейва у нас осталось прям куча всего. И как я должен это сделать? Интересный прыжок. А я могу перепрыгнуть одним прыжком и потом прыгнуть еще раз? Вряд ли смогу, но нужно попробовать. Ладно. Я зафотешил. Не фристайл. Ага. Веселый прыжок. Давайте-ка я попробую через нумпад его сделать. Сейчас. Я сделал. Серьезно. А здесь бы мне не помешал онлайн. Подождите. Дайте-ка я немного посчитаю. Немного математики. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Нет. У меня нет этого онлайна. Просто я мог его взять прямо с сейва, но его у меня нет. Поэтому придется прыгать. И падать вниз. Капец. Кошмар. Серьезно. Я так больше не сделаю. Я так больше не смогу. Мне чисто повезло уже. И как? Я слишком высоко прыгнул. Ладно. Я сейчас просто опять это сделал. Не знаю как. Ладно, я прыгну меньше теперь. Окей. Как и скажешь. Сработало. Хорошо, может быть, этот сейф не прям такой сложный, но он все равно сложный. Да ё-моё, ну что это? А тут еще, оказывается, и кристалл есть, который нужно собирать постоянно. А еще вот это алайн. Но я его скорее потеряю, чем сохраню. Тем временем, пока вы смотрите, как я страдаю в ускорении X10... Я просто хочу сказать, что реально, я уже отчаиваюсь в этом прохождении. Я не знаю, как прогрессировать. Потому что у меня постоянные ведь записи будут, постоянное аудио, постоянно все сохранять надо будет. Это будет занимать место. Я не знаю, что я буду делать. Ребят, я вот реально не знаю, как я буду проходить даже четвертый стейдж, если я до него дойду. Это просто уже реально. Эта игра, она заставляет меня впадать в отчаяние. Каждый сейв уже... Как минимум занимает там, не знаю, минут 10-20. Ну ладно, не каждый сейф, но уже ощущается, что реально, что ты просто гриндишь, что ты просто постоянно гриндишь и пытаешься пройти. Уже нет такого фана, как был, например, тот же первый или второй стейдж, где сейвы не занимали прям столько времени. И ну, надеюсь, что хотя бы третий босс меня обрадует. А пока смотрите дальше. Извините, что я так мало комментировал в этом видео, но просто я реально устал и... немного отчаянно.
Я уже 12 раз тут умер где-то. Не тут в смысле, а на этом дропе таком. Видимо, умру еще, если сейчас не пройду. Я устал уже. Последний прыжок. Угу, классно. Очень классно. Очень классно, я это вижу прям. Очень классный прыжок. Спасибо тебе, спасибо большое. Я уже реально думал, что мне опять придется играть и играть, и играть, и играть, чтобы пройти. Ё-моё. Серьезно, это уже, я не знаю, что делать, блин. Меня уже просто убивает Камелия. Я, кстати, собрал ли кристалл-то? Да, я собрал. Она реально меня уже убивает просто. Я уже устал в нее играть. Я не знаю, когда уже... У меня сил просто не хватает, понимаете? У меня уже сил не хватает. Я не знаю, что дальше будет, ребята. Если у меня сейчас уже сил не хватает. Я даже не знаю, я сегодня до босса уж точно не дойду. Я как бы планировал сегодня дойти, но я точно не дойду даже до босса сегодня. Поэтому, наверное, я уже просто выпущу эту серию, потому что это уже, наверное, 4-й или 5-й день, когда я снимаю К3. И плюс монтажу. Такс, это, кстати, пожалуй, по виду самый легкий сейв. Классный баланс, Камелия, спасибо тебе. Тут два таких прыжка, кстати, они реально легкие, по идее. Просто нужно к ним привыкнуть. Фуф. Ну, примерно так. Этот сейв занял минуту где-то максимум. А тот сейв минут 20, наверное. Но ничего страшного. У нас следующий экран веселого Нидла. Или Нидла. Поэтому удачи мне. Ах, да, тут нужно прям, слушайте, идеально прыгнуть. Я реально, я уже не знаю, что комментировать. Я устал просто. Я не могу. Давайте я пройду этот экран и все. Я уже не смогу больше играть. Или я, наверное, тут и закончу. Я не знаю, я сам решу. В принципе, пока терпимо. Вот! Я нажал shift, почему он не нажимается? Что за бред, блин? Как мне его нужно нажать, чтобы он нажался? Он иногда реально просто не хочет нажиматься. Так слишком высоко. И как я сделал cancel jump только что случайно? Чё, блин, реально с шифтом-то? Вот я ненавижу мемранки из-за этого. Я, конечно, понимаю, что у меня никогда не было механика, но я ненавижу просто мемранки чисто из-за этого. И, кстати, здесь, возможно, есть кристалл. Надо посмотреть реально. То, что я не знаю. Подождите немного. Надо реально посмотреть. Это не веселая серия, это уже реально отчаяние какое-то. Нет, здесь нет. На Justice B будет. Я не знаю, когда будет Justice B, поэтому мы пока будем играть в уху-ху Спайк. Окей. Это выглядит очень весело. Как я тут должен проходить, по идее? Я не знаю. Я реально не знаю. Cancel Jump, возможно, придется использовать. А может это одним прыжком можно пройти? Я чуть сомневаюсь. Можно вот так сделать, попробовать. Но... Блин, у меня так не получится, я не могу. Ой, неужели мне придется смотреть еще что-то прохождение, чтобы пройти этот момент? Я очень надеюсь, что не придется. Ну и собственно без рекорд мой джампс не обошлось. И мне пришлось даже использовать кое-что, чтобы пройти этот сейф. И, кстати, да, во время монтажа я съел целых 2 бич-пакета. Ну, или доширака, неважно. Поэтому мой уровень холестерина в крови повысился. Это очень прекрасно. Это все супер. Ну, сейчас вы, собственно, узнаете, через что мне пришлось пройти. Я пытаюсь понять, можно ли вообще пройти этот прыжок, не делая cancel jump. Я хочу попробовать, конечно же, прыгнуть посередине, но чувствую, меня это ни к чему и так и не приведет. Офигеть. Я сделал это спустя минут 10 практики. Короче, до меня только недавно дошло. О, я снова это сделал. Что нужно зажать shift, потом
в середине, зажать 0 и сразу же отпустить. Это капец. Как-то... Вот реально должно... Это для меня... Я уже заговорюсь, как это вообще должно дойти до меня. Спасибо тебе, рекордный джампс. Без тебя бы я ничего не сделал. Я уже думал, это будет тупик, и мне придется просто переключиться на мою старую клавиатуру, которая с раздолбленным шифтом. Ну, короче, я понял примерно, как это делается, но все равно надо еще немножко попрактиковать. Слушайте, какая вот эта клавиатура, которую я только что получил, малюсенькая по сравнению с той, на которой я сейчас был. Она прям капец малюсенькая. Ой-ё, ощущается как странно. Е-мое. Слушайте, может быть на ней получится получше, я не знаю, надо попробовать. На ней реально, на ней консоль лучше получается, как вы видите. Но, а может и нет. Нет, на ней реально лучше. Да, на ней действительно лучше реально консоль делать, чем на той. Но она капец малюсенькая. Оу. Но я ее буду использовать чисто для этого сейва. Это капец непривычно, как на ней играть. Я уже просто отвык. Во-первых, она ездит туда-сюда. Во-вторых, тут кнопки все поломанные практически. Во-вторых, тут очень ощущается все странно. Тут кнопки очень странно ощущаются. Я не знаю, как я на этой клавиатуре даже печатал. Ё-моё, не хочу никогда к ней возвращаться. Разве что здесь. Она мне здесь реально понадобится. Потому что без нее не смогу. С ней гораздо лучше получается, я дважды сейчас только что прошел. Нужно зажать 0 и... Нужно пораньше делать немного. Сейчас. Ё-моё, какая же она ездящая. Это капец, какая она непривычная. Она... Вот совершенно по-другому кнопки ощущаются. Они более жесткие здесь. Чем там. Ага. Угу. Все, я пошел в Камилю. Ха, кстати, этот поджог даже легче. Я там 4 шипа поставил. Вот это я немного проглядел. Ну и ладно, не суть. Ё-моё. 10 часов Камили, пацаны. Погнали. Я на этом сейве сижу долго. Неужели я это сделал? Я уже просто, блин, я молчу, я просто, у меня даже никакой реакции не было, потому что я думал, что я снова умру, я неожиданно прошел. Это просто вообще самый тупой прыжок. Все, я выхожу, блин, нафиг, блин, пошло это. Это самый тупой прыжок, он просто настолько рандомный, что капец. Клавиатура. Ой, я надеюсь, я звук не отрубил. А, я звук случайно отрубил, блин. Я надеюсь, он не сломался, короче. Алло! Такс. Окей. Я отрубаю эту клавиатуру нафиг. Она такая мелкая. ARX за 400, за 500 рублей. Уходи отсюда. Спасибо, конечно, что ты мне помогла. Но ты мне больше не нужна. Поэтому иди туда, вот туда. Спасибо тебе большое. Если бы не она, вообще не знаю, как бы это прошло. Чё, блин, за бред вообще? Такс, сейчас я подключу клавиатуру. Подождите. Эн-та-да-дэн. Все, короче. Я, наверное, все, я допройду тот сейв.
Ну, в смысле, тот экран. И все, я больше не могу. Я уже устал, реально. Я записываю полтора часа. Мне интересно, а как, по идее, этот прыжок вообще надо проходить, если твоя клавиатура даже канцелить, допустим, не умеет? Это же просто издевательство, реально. Ой, все, это последний сейф. Ой, как же сразу непривычно стало, когда я переключился на эту клавиатуру. Она просто по размеру тоже же такая большая, тут кнопки очень мягкие. А там они как жесткие, как будто я не знаю, как будто Гачимучи пересмотрел и решил... Что это приятно, видимо. Не знаю. Фуф. Слушайте, я даже не знаю. Я надеюсь, что я пройду этот сейф. Надеюсь, он не такой сложный. Там в конце корнер, надо бы найти на него онлайн хотя бы. Ага, все, окей, онлайн, в принципе, найден. Так, давайте-ка эту стенку. Ну, мы почти прошли. Но этот сейф, блин, вообще язычный. Знаете, я, наверное, никогда не буду спидранить К3, поэтому никогда не, не придется мне страдать больше на этом прыжке, надеюсь. Очень на это надеюсь. Фух, все, я прошел. Все, давайте здесь остановимся. Экран Justice. Это кошмар. Я не знаю, как я буду дальше играть. Просто все становится сложнее. Третий стейдж — это просто полный кошмар. У меня уже, наверное, материала записано за все это время. Ну, часа 4-5, наверное. Не знаю, часов 4-5. Все, я здесь останавливаюсь. Мы продолжим в следующей серии. Надеюсь, да пройдем стейдж и пройдем босса. Я больше не могу. Хорошо, что мы хотя бы секретку прошли. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока, всем удачи. И всем поменьше таких тупых прыжков. И трапов, и ловушек. Хотя, кому-то они нравятся. Всем пока. Не знаю, что делать. Я устал. Я разучился снова делать, да что за хуйня, бля? Я не могу.